Здравствуйте, с вами магазин Крошка, и нам поступили вот такие вот слинги с кольцами. Поддерживает физиологическое положение малыша. Также можно его носить вот в таком вот вертикальном положении. И также сейчас мы вам покажем, как носить его в горизонтальном. Одевается очень просто. Просовываете ручки и также голову. Здесь есть специальные вот такие вот отверстия для ножек малыша. Садите вот так вот ребеночка. Вот таким вот образом. Просовывайте обязательно ножки. Вот таким вот образом. И вот так у вас будет сидеть ребеночек. Здесь сзади все регулируется, подтягивается на колечко. Будет очень удобно. Приходите в магазин Крошка, будем рады вам.